Вновь избранный президент формирует новую политическую эпоху и новые конституционные реформы. Государственные деятели Казахстана выразили огромное доверие и готовность в ближайшие 7 лет быть сильным лидером и поддерживать его политику. Алия Абитова собрала мнение экспертов. Начиная с момента своего избрания, президент Касым-Жомарт Токаев последовательно реализует политические реформы и планомерно идет к их осуществлению, отмечают государственные деятели республики. Выбор президента – это всегда выбор будущего страны. И решение народа Казахстана абсолютно логично, говорят эксперты. В данный момент, допустим, да, учитывая вот эту геополитическую обстановку, мы считаем, что Касым-Жомарт Кемелович именно тот человек, который должен быть в данный момент во главе нашего государства. То есть в данный момент нам что нужно? Нам нужна стабильность. Это самое главное, самое основное. Все остальное придет. Поэтому мы верим действительно в будущее нашего справедливого, независимого, суверенного Казахстана. Президент заботится о подрастающем поколении, о студенческой молодежи. Перспективы раскрывает международного научного сотрудничества. А наш Казахстан в мировом контексте становится все более и более привлекательным как для инвесторов в области экономики, так и для многих политических и экономических совместных проектов. По мнению государственных деятелей, необходимо взять все хорошее из того пути, который уже пройден, совершенствовать настоящее, с уверенностью смотреть в будущее и ставить перед собой новые задачи. Именно с Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, тот путь, который он выбрал, мы пойдем в верном направлении. Но ведь это зависит еще и от каждого из нас, не только от президента. Это зависит от нашей сознательности, от нашего стремления, учиться подрастающего поколения и среднего поколения, стремление творить, стремление делать так, чтобы Казахстан на мировой арене звучал еще громче, еще выше. У него есть свои цели, задачи, перед поставлены у него планы огромные, которые мы должны поддержать все казахстанцы. Если мы ожидаем в будущем для себя, для своих потомков, чтобы было все хорошо, мы должны поддержать. Один человек никогда не сможет. Каждый казахстанец должен работать и внести свою лепту. И тогда мы можем осилить многое что. Резюмируя, эксперты отметили, что они с большим энтузиазмом и настроем готовы трудиться на благо и процветание Родины, поддерживая политику главы государства за положительные реформы и новые успешные преобразования. Алия Абитова, телеканал «Алматы».